Девушка, которая собирается. Хорошо, собирается что-нибудь. Нет, ну я пока не собираюсь. Нет, она устраивается. Она хочет посмотреть, насколько это... Насколько это высоко. Хлопцы уже прыгали. А если я просто вниз сразу буду? Ничего страшного. Вот так. А мы все так прыгаем, мы все так прыгаем. Руки не выставляют так в конце. Просто вот так прыгай, да? Солдатиком. Не, нос не надо, не надо. Не надо, на выдохе просто выдох делайте. Когда вы прыгаете, делайте выдох. Раз, и пошла! Я боюсь, что я ударюсь. Да не ударишься. Руками вот так равновесие. Со мной, давай вместе. Ровно, нет, вдвоем нет, лучше нет. Мешать. Высота. Здесь высота 12 метров. Бывает? Высота 12 метров. 12 метров высота. Очуметь просто! Очуметь! Молодец! Вау! Молодец! Браво! 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 Уу! Молодчинка какая! И вторая за ней пошла! Слава! Обалдеть! И подружка за ней пошла! Разбега! Вот это да! Обалдеть! Очуметь просто! Девчонки! Нет. Девчонки! 12 метров высота! Кстати, местные говорят, что есть высота 16 метров, да. А глубина 30. Офигеть. Здесь 16 метров? 16 метров. А, блин, так как это здесь? 16 там, где-то может быть очень на полметра. Нет, здесь где-то на метра полтора, да? Точно? Это точно, да? Говорят, да, 16 метров высота, глубина 30. А, глубина того. Вот это там 16, да? Здесь, значит, получается 18 точно. Да, точно 2. 2 метра высота точно, а то и не больше даже. Офигеть! Девчонки, молодцы! Девочки, молодцы! Браво! 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 Умницы! Ничего вот таким, если бы девочка придала такой страх, это, конечно это не женское, потому что, ну, вот это страх, страха такого большого, это мужское, мужская энергия, мужское занятие, но если они это сделали, то, говорит, большой силы воли, которую нужно, правда, понять по-женски, конечно. Давай с ним прыгать. Уверен, что это им пригодится в жизни тоже. А вот еще один смельчак. Молодцы, ребята делают важные, ребята делают важные поступки. Просто многие приходят сюда первый раз. Первый раз? Первый раз? Я уже сухой. Я думаю, еще приду до завтра. Хочу еще сделать. Потому что офигительное ощущение. Ощущение просто обалденное. А я в таком прекрасном мандраж такой, этот адреналинчик, который наполнил мое тело, просто обалденно. Это просто... Да, Сережа, все... обязательно, Сережа, всего хорошего, намасте. Обалденное ощущение. И вот, возвращаясь к этим двум девушкам, которые прыгнули с этой высоты первый раз, в общем-то, ну, как я ранее говорил, что это не женское занятие, конечно, преодолевание таких, а такой аскезы, но в чем она говорит? Если это делать по-женски, да, там пищать такое, по-женски, ну, они не пищали, не кричали, они делали это тихо, но силы воли, которую они преодолели, это многого стоит. То есть я считаю, что девушка, которая способна на такой отважный поступок, в общем-то, способна в жизни многое сделать также. Окей, на такую девушку можно положиться, и это есть пример надежности. Вы не рискуйте так, не страшно. Да. Молодец. Это большой поступок, который делают девушки. И такие женщины, они наверняка будут надежны в жизни. То есть она, когда нужно, всегда соберется. Если она преодолела такой страх, большой страх преодолела, прыгая с 12-метровой высоты, которую она никогда, даже больше 16, да? Я мешаю, да? А, я там вижу, да, ребята. Спасибо большое. Ага, извините. То есть преодолеть такой страх, это многого стоит. Это многого стоит. Надо иметь газ, надо иметь силу воли большую. То, что
далеко не каждый может сделать в этой жизни. И вот если это те люди, которые это делают, включая девушек, они достойны много. И то, что человек может в жизни много сделать, это много стоит. То есть такие люди очень надежные. Так что, друзья, кто хочет испытать свою силу воли, преодоление трудностей и препятствий и проявить свои качества бесстрашия, он нужен как не только мужчинам, хотя мужчина в первую очередь, но женщинам он тоже не помешает, поскольку женщинам также приходится проявлять эти качества бесстрашия. Конечно же, только нужно это делать по-женски. Ударился? Нет? Вот, друзья, место для испытания. Это репортаж с каньона. Репортаж с Гранд-каньона. Гранд-каньона. Я забываю, Коростышев, да. Прекраснейшее место. А вы здесь живете, местные? Нет, Киев. Сколько здесь в Астане, знаете, вот отсюда? Вот это, да, точно, точно. Да, на скидку я тоже думаю, да, там где-то 1.18 метра вот с этой точки верхней, которой мы прыгали, которой я прыгал. Там выше, по-моему. Там выше. Да? Поэтому и там же протянули. Может одинаково, в принципе. Ну да, высота хорошая такая, да. Там самый слез огромный. Ага. Здорово. Окей. Все, друзья. С вами был Александр Афанцов и Академия успеха на позитивной волне Ведатум и Green Mind Training Center. Успех в семье, бизнесе, обществе и духовности.